Первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина посетила Савинскую среднюю общеобразовательную школу, которая по праву считается одной из ведущих сельских школ Подмосковья. Парламентария осмотрела созданную в учебном заведении зону «Точка роста», ознакомилась с экспонатами школьного музея. Затем поздравила коллектив с юбилеем школы и вручила особо отличившимся педагогам награды Мособлдумы.